Огненный парень. Не, не знаю, сосновку можем ебануть. М? Кто куда хочет? Можно вообще в ясную ебануть. Давай, может, А в чё в ясную. темно? Блять, в ясную. Тебя вообще куда-нибудь сюда, блядь. О, охуенное место. Фор. Там он так был, блядь. Он прогружаться полетел, если чё. Да-да-да, подождите, парни. Прогружусь и убью, блядь, Возвращается, всех. возвращается. У меня мысли не прогрузились, пацаны, я забыл. Чуть-чуть... Видеокарта нужна. Чуть-чуть процессор тупит, пацаны, подождите. Да. Спинной процессор что-то забыл нажать. Спиной? Ёб твою мать. Спинной мозг. Забыл нажать на кнопку. Так, у меня чип есть. Правда. А, хоть не видно, куда-то не хрипинет. А, бля, окей. Я типа думал, ты туда дальше. Саня. А я иду к тебе сейчас. Я двоих убил. Да. Можно я добью? Можно я добью? Да пизди. Сдохни, говна кусок. Сдохни, сдохни, сдохни. У типа в доме М-ка, он бежит на меня с дробашом. Адекват? А бывает такое, да. Типа сразу, что первый нашел, то и бежит. Ты говорю, у меня тогда третья каска, вторая броня в доме лежала, а меня рашили. С УЗИ. Голый. Вторая броня, если что, там надо... Я свой дом, кстати, тоже не долутывал, нашел пушку и пизды дал. Пацан, сдох. Да, я чувствую. Я все еще того добивал. Да, кстати, его очень долго вел. У меня лагал. Пизда. Даже здесь, пацан. А что лагало, комп или мозг? Спинной процессор. Не надо так жестко его троллить, блядь. В смысле, я сам это говорю. Да, задержка какая-то. Вижу. По кому бах? А это он по тебе бахает? Нет. Почти кроме прицелов. Кстати, это сервак охуенный. Че? По реге. В реге может быть, а подбор у меня именно тут. Мне на подбор похуй, главное, чтобы пульки регало. Типа, я лучше буду год лутаться, чем умру за 5 секунд, блядь. Ну, вначале это тоже важно. Ой, бля, я уже пушку поднял. Я уже пушку поднял, мне похуй. Как бы... Ну, сейчас-то понятно. А до того, вспомнил, кто, блядь, орал. Да. Пойдем рашить их? Все равно, ну, блин. Тогда типу ригануло. Это была арена. Я помню, я понял, о чем ты. Но это пизда была, конечно. У него и регистрировал охуенно, и поднялось у него все прям за секунду. Мы просто не из Европы. С нами просто четвертый играет. Вечно зеленый. Вечно молодой. Вечно. Вечно. Ууу! Все-таки вечно. Значит, давай я долутаю от домики. Пойдем. Вау, СС, класс, я понял, что я буду играть блять только. Шеф, ты что там где-то в ебенях? Так он рашить хочет. Рашить я понял кого, но сейчас подойду. Что вторая броня? Я, в принципе, первых убийц я нашел, остальное из трупов. Я, в принципе, тоже. Кто, блядь? Yeah. Понял, уёбок. Кто, бля? Я, бля.
Да. Я пойду к шефу. Шехлоне. У меня 20 на 40 патронов, но... Два аирдропа, пацаны. Тебе на что патрон нужен? Пятерки. Ну, я думаю, по дыму. Я могу дальше начать. Я там прям у церкви еще. Один с высотки есть. Как я понял, идем ебени. Ну да. Конечно. Шеф, по тебе нет. Не-не-не, с тобой там. Я спину сейчас должен выйти. А, желтый думаю. Крайний дом, двухэтажный. Он ближе. На мне прям на трупе. И в многоэтажке еще один. Многоэтажки в этой? За забором еще. Многоэтажку не садил. Да блять! Ты их сразу убил или? Не, я добил. Куда чухарек? С дома. Прикольно, юмка и коряк был. Я подниму. Резай. Видел. Тир по пидоке. Тебе надо что по этим модикам? Не, у меня все есть. И... Опять я с одного пацана оделся, это пиздец. Шеф, конечно, как ты там что-то умер. Да, что-то пошел. Да, я не знаю, я зажал, он зажал на него, оказалось. Я зажал, он зажал. Искра, буря там поебал, отхватил. Понял. Блять, 10 аптек и 10 энергетиков. Лунь, че с головой у тебя, Лунь? Блять, тут еще 8 бустов. Сзади кост еще мой труп. Да, видишь. Тебя ж распидорасили, так, ну скрылька есть, патроны есть. Чё, вот почёчка есть. Чё ещё есть, да ничего больше нет. Эх, бесполезно.
Хорошо, аптечку что-то возьми. Ты кому? Тебе. У меня 11 аптек. 10 маленьких, одна большая, нормально? Угу. Каска у меня вроде была, если живая. Не. Распидорашена. Вот ботинки Twitch Prime есть. Больше даже раздели, понимаешь? Какая каска? Где? Да нету. Рискать надо. Где еще труп был, блядь? Что-то мало. Вот, перебегал дорогу. Раз. И там ничего нет, да? Вот, ну нет, я его полностью разобрал. Вот два. И у вас еще два. 4 трупа. Пацанов трое и шеф. Я думал, ты опять стреляешь. Только что мне нужен? Этих сули, походу, нет. Только сядь, сука, только сядь, блядь! 360 на скоп, давай. Чё? 360 на скоп. Да, блядь, три раза. Блядь, подожди. Сука. Саня, к этим, блядь, нет. Броня первая. А-да-да-да-да! Побежал. И побежал, да. А куда едем-то, лол? Бля, давай куда-нибудь сюда в кемп. Ну все равно ехать некуда. Бля, сейчас нельзя сковородку. Зато можно хаеху достать, я помню. Сковородку можно, смотри. Опа. Так ты сидишь-то, блядь. Чё? Я играл с ней, помнишь? Типа, у меня на мотоцикле коряк достал. Одной рукой держал. Нельзя. Было точно. Я вот... Нет, вот здесь, третьим местом. Да, только вот здесь. Не, вообще двухместным атакам. Нет, там только ППшки достаются. Пистолет, ПП и гранаты. Надо было заскринить тогда. Точно видел коряк. Ну, значит, кого-то типа Питер. Жесткого поймал, да. Оу, oh май! Так, если что, я метку не ставил. Понимаю, пусто. Да не хватает мне 360 сделать нормальные, блядь, прокрутки. На горе! Аирдроп! Да Саня, дебил! На горе! Аирдроп! Пашки не было? На горе аирдроп, понятно? Ну на горе, блядь, аутист. Че непонятно-то? А можно азимутами говорить? На 230 там люди бегают. 230. Ладно, все равно кстати нет. Кто я не поменял. Все равно никого не видно, блядь. А что за деревья? Только с моего ракурса видно. Конечно, только с его ракурса. Да. Иди сюда, Луни, посмотри. Блядь, у меня Иксанер, чё я буду смотреть? Пизда, я подойду, давай. Эй, пиксель должен уебать. Иди сюда, хуй ты, блядь. А, он уже не подсвеченный, вон там, вон. 235. Видишь, просвет. Так 230 или 235, а? Было 230, а сейчас 235. А между ног прострелить можно? Попробуй. Можно. Смотри. Кошку, блядь, такой. Откуда с 15 мне еще. Это с ангара вроде. А, 345. Да рот закрой. Минус 3 нахуй. 45, пацаны, за деревьями, через дорогу. Классно, блядь! Два идиота на заборе, один. Изи 3 типа, блядь. Чё, пацаны, по луту? А бегут, Эн. А, у них
меня как Иксуля, блядь, еще видится. Иди сюда, тут Иксуль, блядь. Блядь, опять меня каску сбили. Больше башка нужна, чем Иксуля. Есть башка, тут, блядь, столько лута, что пизда. Есть башка, лунь, 100%, на земле валяется одна, как минимум вторая целая. Третью спиздил. Ну, блядь, убил, в смысле спиздил. Типа, людей убиваешь, берешь, это бонус такой, говорят. Ты мне еще броня нужна нормальная. Вот, вторая есть. Да ты что, бля? Он перебежал. Ладно, похуй, надо скинуть 4 аптеки, блядь. Патронов нет нихуя. Вот так приятно. Ну чё, писюны, блядь, давайте воевать. Блядь, я не успел высунуться, блядь, блядь. Дал ему шот, дым, что ли, там пробиваешь? Попал, я нет. Попал. Дерево пробивал. Кнокнул двоих. Я хз, где еще один? Бежит. Куда он бежит? Ты моего убил. Сори, парни. Я просто думал, что это спорт, блядь, топает, потому что нет, блядь. Тут просто два пацана, говорят, были, блядь, с дропа. Фулл Т3 приехал. Понял, у меня здесь маскалад подъехал. Не, ну у меня тут аух есть. Если... Не, аух есть. А ты сколько убил их? Одного, да? Хуй знает, короче, что мне еще надо. Я, блядь, уже... Нам что за фигня? Понятно. Моего, видимо, добьют, когда я кнопнул на улице чисто. Я и этого уже понял. Так вы все там справились? Да. Носик нужен. Справился. Да, да, да. Я как бы тоже стрелял в них. Как почти одно убийство. Я как бы покуцал, если что. У меня, конечно, тут на машине пизда, я пол хп проебал, но типов убил. А там баги стоит еще наверху, у нас мотик есть. А, нам, кстати, пиздовать отсюда. В идеале в этот дом. В идеале на мотике. Блять, чё мне надо, не пойму. Я что-то хочу, не пойму чего, я фул уже. Пойдем или поедем? Нам ехать бы. Че ты так смотришь? Бля, какие ты там вопрос? Через гору? Да. Не, может, давай лучше в этот дом лучше туда. Типа мы не доедем до туда. Там вообще пизда будет. А потом по зоне сориентируемся. Да, вот тут прям едьте нормально. Thank you.
Авиалинии ебануться. А я-то думал, я на мотоке ехал. Оказывается, это, блядь, это бизнес-самолет. Называется разъебись или доедь. В городе дроп. Что теперь делать? Давай. Бегай. Как думаешь, куст на балконе и беспалевно? Очень. Да, немножко. В Fortnite почти. Кстати, да. Там тачка на дороге стоит. Как обычно, блядь, в городе никого не видишь, даже в окнах, блядь, сейчас. А потом начнется полный пиздец в окнах. Машина едет по дороге, походу ко мне. Они развернулись сюда. Я понял, давай, давай, ждем, ждем, ждем. Ждем, ждем. А, они в этот дом. Башни магов. Тем более ждем. Я как увижу и сразу даю, на первом этаже. Первый этаж, сразу говорю. Одного так видел. Хуй себе пробей. Окно разбил. Вижу. Я поставлю еще поймать. А их двое подбегают еще. Он бежит. А, понял, что это такое? Там трое. Я понял. Либо две пати разные, не пойму. Тидын, тидын, тидын. Я не поеду сейчас, зря. Надо его подпустить. Ну типа я думал дам голову, а дал туловище. В этом случае сори. Нам ебенить, кстати, очень далеко. Поехали. Он, да, он справится. Да, я справлюсь. Ты возьмешь? Нет, места нет. Кто там? Он в машине сидит! Он справится, поехали. Только куда вопрос? Типа башни магов? Да, да, поехали. Башни магов. Не уезжают, пацаны, они уезжают. Выпрыгни. Фу. Я застрял. Меня типа не выпускало, когда говорил, поэтому. Башня магов, если что. Вот это, да, дама? Не, да, вот это башня магов лучше, не? Типа закрыть. А, да, вот сюда прям и все, похуй. Пятерочки. Мне не надо, я толстый. Ты в красный, наверное. Или ты в красном пойдешь? Не, я не пойду вообще лутать, пизду, я в башню магов пошел. Не, не лутать, я именно сесть. Я в башню магов пошел. Окей. А, блять, если башня, то да. Поэтому останусь. Тачка завелась. 100, сотня. Слышу. Наш или нет? Походу. В гору. Да, в гору. Убил. Понятно. Блять, тачка так классно развернулась, пиздец. Та самая тачка едет. Классно. А ты бежишь? Да, а, едут. Слышь. Сюда, прям. Можно зажимать. Приехали. Сейчас как больно будет. Сейчас как больно будет. Вот это явно для пацанов авиалиния была. Да-да-да, мы в зоне. Тут столько, блядь, лута. Ладно, я чекну, чего пацанов было. Коряк с восьмеркой, если надо. ВСС надо? Захилься, алё, бежит он, лутает. Нет, а он дебил. Ай, как же больно. А еще 12 человек, но в принципе минус прямые. Ой, дроп, я убил уже больше, чем в живых, так что все нормально. Я уже.
13. Нормально, я только 4. А, блядь, дроп классный фадает, надо это. Бежит 115. Ну это только ты видишь. Да, да. О, этот же рядом. Кнокнул. Добил. О, М24. Это хуйня. Хорошо, не авик. То у меня третий ебал обтреснуло. Так это мор старый, это не с этого дроп. Не, с этого точно не брали, я типа пацанов не пущу. Не пущу. В этом-то еще неизвестно, что. А, ну я все равно не пойду, ты че, ебнутый. Там два склада и осталось, но, блядь, еще может быть один засадный такой. Да, так я ж не знаю, еще слева на 115 я только кнокнул и убил. А где еще его типы? Типа никто не бежит, я ничего не вижу. Может, он, конечно, последний бежал, я поздно заметил. Типа они перебежали, а он хуй это знает. Это папка, тут все возможно. Хотел сказать, что, блядь, разбил. Кто может разбить. Ну да. Кто еще разбивает стекла? Поле, слушай, там не идут. Блять. Ой, что это было? Лонь твои. Нормально, в горы подниматься. Интересно. Физспорт ебалом чекает. 95. Обычно, когда так делают, типа 195 и выстрел, обычно кнокают. Не успел, потому что он прилег. Я вижу. Ага, за камни. Поднимается. Их там... Перезарядка ебаная. Там же где-то сейчас стреляют. Заебись, пацаны поднялись. Ой, о, слева, тобой. Слева, слева. Вон ползает 150. Убил. Бежит 175. Нокнул. Еще двое. Еще один. 18 киллов, блять. Next катка, пацаны. Блять, нормальная катуля.